сегодня приехали на Color Fest, привезли две жиги сюда, Ванни и Джонни. Ну и здесь немножко такси. Bye.
сталкиваемся с машиной. И с пехером. Да, и с пехером. Мы начали уже пить пехер, потому что не понимаем, что происходит. Борются все, кто может нам помочь в этой проблеме. Мы уже поменяли 345 тысяч раз свечи, катушки, два раза насос, настроили давление, перепаяли блок управления катушками. И все равно пока мы не можем понять, в чем проблема. Тренировочного проезда. Третье место 89333 Александр Гринчук. Второе место 90167 Максим Миллер. 93667 Дмитрий Илюк. Что, третья понравилась тебе, да? И мне. Я орал, как чуть не было. Что это? Егербульчик? Нет, бехер, бехер с пепси. Хочешь чистый бехер или нет? Не, спасибо, братан, это слишком для меня. Йоу, нигеры, мы приехали на дрифт-шоу в Сильпо. У нас все раскладывается, все приезжают. Сегодня должно быть очень дымно, людно, круто и незабываемо, как обычно. Команда Stunt Ride UA в составе двух человек. Это ваш покорный слуга Славомир Хилинский и Андрей Головня. Уже на месте. Александр Гринчук борется со своим автомобилем, который он оставил в Киеве. Просим у него пару слов. Будет офигенное шоу, очень жаркое, крутое. И Гриня спалит цеп. Что сегодня тут будет? Сегодня будет интересное шоу, я надеюсь увидеть новые трюки от пацанов. От Грини ничего нового, кроме жженной резины, не увидишь. Разве есть жженное сцепление. А, есть жженное сцепление. Там оно уже такое подшатанное еще с Броваров, с шоу в Броварах. Угу. Ну посмотрим, у нас впереди три шоу, три выезда. Будем надеяться, что не сожжет, потому что ему еще на чайку надо доехать. Что касается трюков, ну Гриня мог бы сделать Rodeo Drift, например, из нового. Шоссе, по-нормально? В
Вот и закончилось наше шоу. Гриня уехал с женой с цепой. Гриня спалит цепь. Все счастливы, было очень круто. Куча спаленной резины. Ждем всех на всех наших остальных шоу. 3 сентября приглашаем всех на дрифт, на чай. Мы там будем делать шоу. Мы возьмем с собой квадроциклы, мотоциклы, будет дым, эмоция, тёлки. Кстати, тёлки. На Powerfest'е должен был быть дрифт-такси, но мы решили устроить контест по дрифт-парковке. Поехали! Давай, братан! Давай! Просто пластичку! Давай, с мотопатроном, с базаром! У него нет ручника! 58! 33. Задача. Сужают дугу. Делают сюда, отойдите, мне нужно 26 число. Хорош? Тут нечего мерить. Оп. На газ переключу. Пятьдесят шесть. Что ты понижаешь? Опа! Оп! 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 Ну? Давай, покажи им пенсию! 67! 62! Ой-ой-ой! Давай, крас!
он Никите строчил мотор, причину проблемы так и не нашли. За весь день ни разу не выехал нормально на трассу, выехал постановка и в парк. Поскольку не удалось устранить причину, было принято решение выехать на квалификацию, хотя бы одну попытку проехать, чтобы получить баллы и дальше заниматься машиной, чтобы ее не загонять в предельные нагрузки. По итогу эта квалификация была оценена судьями на 21 место, чего в принципе хватило при условии сетки топ-24. Вчера до ночи ребята занимались устранением проблемы. Спасибо большое СТГ Team, Паше Семнюку, которые помогали все это время. Таким образом удалось избавиться от одной проблемы, но появилась другая. Теперь машина едет, но такое впечатление, что на 200 силах. Тем не менее, приняли решение все-таки ехать. И Никита находится сейчас в нижней сетке, уже в лузерах. У него нету права на одно поражение. И сейчас он ждет своего соперника из пары Геращенко-Никифоров. Владимир Кирис будет соперником Никиты Лукьянова дальше в нижней сетке. Ты тоже объявил? Да. Поздравляю. Да, я подходил. Никита любит меня. Сзади, а вас? Ну, 97, 275, 35, 25. Никита полюбит меня. Четверка финальных заездов. Дмитро Ілюк, 20-й номер. Гринчук Олександр, 1-й номер. Корничкий Андрій. Та Кремець Сергій, номер 101, місто Київ. Кремець Сергій! Отакої вот У нас достаточно интересное стратегическое решение. Команда No Motors, поскольку у них есть право одного проигрыша, вот No Motors, вот они конкретно, пацаны, да. Которые в двухэтажном доме живут. У них есть право одного проигрыша, так, которым они решили воспользоваться для того, чтобы выиграть время на ремонт автомобиля. Соответственно, они падают в нижнюю сетку, где их уже ждет Дмитрий Люк в финале нижней сетки. Да. Он же заезд за третье место. И если они сейчас починят машину, то у них сохраняется шанс попасть в финал, выиграв Илюка, что было сделано уже сегодня один раз. А Александр Гринчук уже в финале ждет своих друзей. Поменял.
команд и опыта разрешили. Итого, Сергей Кремин занимает 3-е место. А нас ждет финал. Дмитрий Илюк и Александр Гринчук. Битва энергетиков. Вот вам и финал, пацаны. Посмотри, нету вообще ничего, ничего. Давай! Контакт таки был, я только что посмотрел повтор на экране трансляции. Посмотрите, что происходит. Сори. Он такой выставил тормоз на наручнике. Я выставил себе газ, открыл. Очень напряженная гонка была. Война, которая длится годами уже. Еще со слалома, еще до дрифта. Александр Гринчук и Дмитрий Илюк продолжилась на сегодняшней гонке. По ситуации, которая тянулась около часа, может больше, может меньше. В первом и единственном заезде финала на постановке был допущен контакт с Александром Гринчуком, после которого Дмитрий Илюк не смог продолжить заезд, вылетел в бетон. Повреждения, которые были нанесены контактом, не дали возможность продолжить гонки. Соответственно, сзади едущему пилоту присуждается поражение. Итого, Дмитрий Илюк одерживает победу, получает кубок за 1-е место. Александр Гринчук 2-е место. И Сергей Кремец 3-е место. У Максима Миллера, к сожалению, техсход. Никита Лукьянов тоже, к сожалению, техсход. На этом наш выпуск заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты. Все будет дрифт.